Более 2000 сортов тихих и игристых вин и крепких напитков. От привычных коньяка, виски, рома и до более экзотичных. Грапы, кальвадоса, текилы. Особенная атмосфера, внимательный персонал. Постоянные гости салонов Инвина говорят, здесь чувствуется профессиональный подход во всем. Очень хороший выбор. Мы это можем сказать точно, потому что достаточно плотно путешествуем по миру, в том числе были и в Шотландии и так далее. Ну, тут один из самых лучших вариантов выбора и один из лучших вариантов цен. Видно, работают люди неравнодушные, люди разбирающиеся. Клиенты салонов подчеркивают, в Инвина можно найти напиток по душе, настроению и финансовым возможностям. На чем бы ни остановился выбор, качество гарантировано. А салону по улице Мироносецкой принадлежит особенный рекорд. В этом году здесь продали жемчужину среди вин Бордо. Сорт благородного напитка, входящего в пятерку лучших по классификации премьер Гран-Крю Классе. Шато Мутон Ротшильд, урожая 2005 года. Стоимость бутылки 38 тысяч гривен. Это уникальное вино, звезда Паяка, которое расположено на небольшом участке земли, который просто рожден для того, чтобы производить великие вина. Гравийные почвы, старые 50-летние лозы дают невероятно сложные, богатые, с огромным потенциалом вина. Потенциал хранения 30, 40, 50 лет. В салонах Инвина уверены, вино – напиток, созданный Богом. Изначально в виноградной ягоде есть все, чтобы сделать вино уникальным. Сахар, алкоголь и аромат плодородной земли. Задача винодела – не испортить данное природой. Гостям и нашим друзьям я признательна за то, что благодаря их опыту, благодаря их интересу, они нас стимулируют в движении вперед. А мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы сделать максимально лояльными цены. Цены на сегодняшний момент и максимально интересным и широким предложением. Лучший способ выбрать вино – продегустировать его с хорошей компанией в уютном салоне, считают в Инвина. На проспекте Гагарина каждый второй четверг месяца проходят дегустации. В октябре и ноябре гостям предлагают оценить вина Западной Европы. Для более взыскательных виноманов устраивают индивидуальные дегустации. Самое главное – это пробовать разные напитки и окунаться в этот волшебный мир. Погружаясь в дегустацию, вы сможете разобраться в особенностях, характеристиках, сортовых, вообще многообразиях. Но самое главное – найти для себя то, что любите именно вы. Кависты называют вино машиной времени. Говорят, ощущая аромат знакомого напитка, человек вновь и вновь возвращается к людям, воспоминаниям и мгновениям, связанными с ним.